хотела я, значит, начать записывать серию, а тут даже девчонки танцуют. И причем я даже вообще не знаю, с чего это произошло. Всем привет, ребят, с вами Карина и Мурджами Грасими, 4 женская общага. Ребятки, у нас здесь произошел небольшой ремонт, как вы могли заметить. Я решила добавить сюда вот такие вот жалюзи. И обновить стены, потому что вот как раз таки с этими обоями, наверное, даже обои вроде бы, смотрится наш дом как раз-таки похожим на общагу, потому что они такие немножечко обшарпанные, загаженные, в общем, типа того, в общем, вы меня поняли. И мы с вами продолжаем. К сожалению, почему-то моя первая серия этого проекта выкладывается сегодня ужасно долго, и я даже не знаю, в связи с чем это происходит. Ну да ладно. Мы с вами продолжаем, и что у нас вообще с вами, что я хотела сделать? Я хотела для начала отвести нашу Ноа в душ. Вот, потом здесь я бы хотела граффити, наверное, пока что оставить, и чтобы Ноа занялась вот этой вот стеной. Требуется 5-й уровень навыка рисования. Давай мы создадим роспись в стиле город. Вот. Мне нравится то, что Ноа занимается всем этим делом. Мы с тобой давай пока что приготовим ужин. В первой серии наши девчонки получили повышение, да, и мы продолжаем, в общем-то, зарабатывать они, конечно, сейчас не очень-то много, но зарабатывает больше всех, кстати говоря, и у всех, кроме Сандры, завтра выходной. Классно. Ну да ладно, пойдем мы с тобой выключим музычку, пожалуйста, Стелла, вырубим музон, пойдем мы с тобой примем ванну. И потом будем репетировать речь, чтобы повысить навык обаяния. Здесь я тоже повесила новые жалюзи. Посмотрите, как у нее прекрасно вообще просто в комнате. Это просто годнота. Прямо годнота. В общем, да. Такие вот у нас с вами дела, ребятки. Продолжаем играть. Но сейчас уже пойдет рисовать. Пока что Сандра готовит для всех покушать. Ей еще нужно тоже развить навык обаяния. Боже, как я ненавижу этот навык. Это, наверное, самый мой нелюбимый навык. Ну, а мы рисуем. Но наша творческий человек, творческая натура. Давай. У нее, видимо, уже какие-то наброски есть. Ладно, в общем, пусть занимается, мы ее отвлекать, конечно же, не будем. Сандра приготовила еду, и потом девчонки все разойдутся по своим комнатам. И, в общем-то, будут заниматься своими делами. Потому что нужно повышать навыки, получать повышение. В общем, да. Как-то так. Как-то так. Здесь у нас у Ноа пока что только одни набросочки. Видимо, что-то думает еще. Пусть думает, пусть трудится наша девочка. Мы это все дело уберем. Вот. И что? И пойдем также развивать навык. А что ты? Это же твоя официальная одежда, по-моему, нет? Странно. Карьера политика. Устроить митинг. Нет, это уже, наверное, завтра ты этим займешься. Сандра, давай пока что убирайся с собой и иди репетировать речь. Давай, пойдем. Вот. Все, в общем, занимаются своим делом. О, но уже, по-моему, начала раскрашивать, если я не ошибаюсь, хотя не знаю. Стелла репетирует речь, но репетирует... Ой, но, говорю, Сандра тоже репетирует речь, но рисует. В общем-то, девчонки молодцы, все занимаются своими делами. Я думаю, то, что Сандра у нас ляжет спать раньше всех, просто потому что она устала. О, отлично. Стеллыч, ты у нас можешь пойти, наверное, посмотреть телек? Я совсем забыла, вот эти вот новые светильники. Автоматический режим выключить, вон. Так будет лучше. Иди позыркай телевизор, я даже не знаю. И потом уже ложись спать. Опять музыка играет, а? Нет, все норм. Сандра, кстати, тоже, в принципе, скоро повысит навык. Но, конечно, не скоро дорисует. Давайте, наверное, Ноа у нас пойдет что-нибудь покушает и ляжет спать. У нее завтра целый день впереди. Она будет целый день заниматься творчеством. Будет рисовать эту свою стену, разрисовывать, точнее. Вот. Ну, а Сандра, естественно, на работу, ей вообще не повезло. Они, кстати, у меня переоделись все в летнюю одежду, ну, естественно, стало у нас очень жарко. Точнее, в жаркую одежду не переоделись, вот, для жаркой погоды. Стелла, ты уже спать? Нет, стой, пожалуйста, иди почисти зубки, помой лапки и ложись потом спать. Да. Как всегда, у нее здесь стоит кофе. Кстати, нужно будет купить кофемашину обязательно, чтобы девчонки утром у нас пили кофе. Куда же без этого? Вот, давай, Сандрыч, тебе осталось совсем чуть-чуть. Но у нас тоже выполнит свои вечерние процедуры и, в принципе, отправится спать. Кстати, что у нас там с одеждой? Ой-ой-ой, нужно вот завтра постирать одежду обязательно. Это сейчас что было? Что там выскочило? А, Сандра. Сандра, все, Сандра готова.
Пойдем мы с тобой просто почистим зубки и ляжем спать. Все. Стелла у нас уже отдыхает, Стелла у нас уже спит. По-моему, здесь вот у них самый красивый вид у девчонок. Хотя не знаю, ну-ка, а у Ноа какой вид из дома? Да не, у них у всех, в принципе. Прекрасный вид. Вообще у нас очень хорошее расположение квартиры. Оно мне прям очень сильно нравится. Все, девчонки наши отправляются спать. Отлично, все спим. А что не перематывается? А, там соседи шумят. О, ну, естественно, у нас тут опять Ноа разбираться. Она у нас такая самая бойкая. Ты что делаешь? Убрать и помыть. Ребят, ну поймите, совесть на завтра девочки вставать на работу. Во сколько она там уже выходит на работу? В 9 часов утра. Ну вы чё, нормально себя ведите? 65, наверное, девушка в полотенце выйдет. Хотя не знаю. И чё это? А, они, походу, испугались. О! Стопэ. Ух ты! Салют! Классно, у нас здесь проходил фестиваль, к сожалению, я его что-то даже не заметила как-то. Хочу просто фоточки красивые сделать. Ладно, все. Все, нужно ложиться спать. Ты можешь лечь спать уже? О, ты вышел? Ты наругалась на него, нет? Все, не особо поняла. Так, Стелла, ты можешь уже спать? Нет, пока не можете. Послушайте, я тоже здесь живу. Круто, я тебя поздравляю, живи. Я в шоке, такие наглые люди, просто. Наглости нет предела. Давайте, в общем-то, ляжем спать. У нас там салют просто. У нас, кстати, в окно можно стоять и смотреть просто. Красота. Я надеюсь, что это закончится скоро все. Да. Ты что, проснулась-то? А, она даже не спала. Опять, что ли? А что не перематывается? Вроде бы все нормально. Ой, Симис, давай только ты не будешь сейчас мне лагать. Все нормально. Все отлично, он куда звонит. Ой, запери дверь для всех, кроме членов семьи же, получается. Разрешить доступ. А, ну так по идее все. Мы сможем вроде бы выйти из квартиры. Я надеюсь. А то это будет вообще не круто. Так, стоять, тебе на работу в 9. То есть просыпаемся мы с тобой, наверное, часов в 7. Вот так вот, я думаю. Все, пойдет тоже, наверное, сейчас. Во-первых, сходим в туалет. Потом помоем руки, почистим зубки, наверное, примем ванну. Покушаем мы с тобой что-нибудь. Йогурт и, наверное, выпьем апельсинового сока. Прекрасно просто утро. Какое же классное освещение в Симсе. Особенно, когда висят всякие шторы. Это просто божественно. А ты что проснулась? Ложись спать, потом поешь. Ложись спать, пожалуйста. Давай. У Стеллы, по-моему, здесь самое классное освещение потом происходит. Чуть попозже. Ой, красота прям вообще. Просто красотища. Да, пожалуйста, быстрее. Я хочу, чтобы ты у нас успела на работу. Это будет не классно, если ты у нас будешь опаздывать, как бы. Твоему директору вряд ли это понравится. Ладненько, давайте будем потихонечку поднимать остальных девчонок. Все, уходи из ванной, потому что кто-то тоже хочет там пойти в туалет сходить, кто-то хочет пойти поесть. Мы с тобой скушаем, знаете что? Яблочное пюре и тоже сока, наверное, возьмем. Пойдем. Все, Сандра нас уже кушает, там, по-моему, опять музыку включили. Нет, не включили. Окей. Давай, Стеллыч. Что такое? Не надо телепортироваться, пожалуйста. Иди в туалет. Так, ты у нас уже просыпайся. Иди, наверное, почисти зубки, сходи в туалет. Возьми, естественно, себе тоже что-нибудь поесть и будем продолжать заниматься вашими делами, так сказать. И вообще еще нужно постирать сегодня будет вещи, одежду нашу, потому что там уже, по-моему, перебор скоро будет совсем. Да, это мне не очень нравится. Что ты делаешь-то? Окей. Так, все. Сандра сейчас за собой быстренько убирается и выходит на работу. Ну, ничего страшного, если она чуть опоздает. Девчонки нас кушают. Я думаю, то, что Стелла, скорее всего, постирает одежду. Потом она отправится на... как это называется? Господи, на митинг. Ну, она сама будет как бы его организовывать. Там же митинг, это называется, да, митинг. Митинг. Давай-ка, наверное, Стелла сама начнет разговаривать с Ноа. Она там скажет, типа, спроси у нее о карьере, узнай, типа, где она там работает. Ты же, типа, этого не знаешь. Узнать лучше.
Ну, чтобы они как бы общение повысилось. Что-то как-то не ругаются, по-моему, нет? Они спорят. А зачем? Девчонки, хватит спорить, вы чё? Ну, я про это и говорила, то, что... Вот так вот у них это происходит. То, что девчонки ругаются часто. Все, забей на нее, не ругайтесь сейчас, это вообще не вариант. Пойдем, идем создавать, мы с тобой художественную роспись, как она там это называется. Мы с тобой убираемся, во-первых, проверяем карманы и занимаемся стиркой, конечно же. А мы с тобой творим, так сказать. Да. Творим. Давай, пожалуйста, присвоили. Ну-ка, не обращай внимания. Сандра обижена на коллегу, но умудряется написать новую статью, которая привлекает внимание большего числа читателей. Потому что у нас уже было такое, если вы помните, в первой серии. Слушайте, так Сандра такими темпами вообще сейчас повышение еще одно получит. Было бы неплохо. Было бы неплохо. Продвигать общественную цель, это мы сделаем обязательно. Мне кажется, что здесь будет очень красивое что-то. О, 1500 миллионов ровно. Давай пойдем стирать одежду и выйдем с тобой на улицу. Такс, да, переоденемся. И нужно термостат. Термостат, холоднее. Конечно же, жара на улице, что просто. Ну и теперь мы можем, естественно, отправляться на улицу. Где у нас улица? Я потерялась. Иди вот сюда и устраивай общественный митинг, чтобы люди там к тебе приходили. Это чё? Что это? Кекс. Просто кекс валяется на улице. Нормально. Классно. Это что? Выпить? Что с персонажами? Почему они оставляют еду на улице? Они что, совсем, что ли, кукукнулись? Так, ну все. Митинг. Ух ты, как красиво. А что это за роспись? Красивая роспись, мне нравится. Офигенный митинг, короче. Ладно, занимайся. Мы тебя не будем отвлекать. Ну, естественно, продолжает свое творчество. Потом я думаю, что... Слушайте, а когда они у нас выходные? В пятницу выходная? В пятницу выходная? Ага, ну-ка, если в субботу-воскресенье кто-нибудь выходной? Блин, у них не особо совпадает. Просто я хотела, чтобы они все в один день ходили на курсы. Я думаю, то, что девчонки все вместе будут ходить на курсы вот в какой-то день недели. То есть это либо вторник, либо пятница, либо воскресенье. Вот. Хотя, может быть, сейчас, если ты получишь повышение, то, может быть, ты как-нибудь по другому графику будешь работать. Просто было бы очень хорошо это для нас. Да, она получит повышение. Это прекрасно. Давай обычный режим. Отлично, что она просто получает повышение. Это прям прекрасно. Ответить на письмо, опубликовать картину. Ты молодец, ты наша умничка. Сандра, ты просто молодчинка. Давай мы с тобой возьмем сейчас покушать себе и пойдем смотреть телевизор. У тебя там как дела? Ого! Вот тут у тебя, конечно, народу. Беременный даже, по-моему, ходит. Классно. Очень прикольно. Так, все там очень шумно, я не хочу это слушать. Давай быстренько. Ой, нам еще здесь убраться нужно. Так, ну-ка, потом дорисуем. Давай мы с тобой сейчас пойдем, во-первых, почистим здесь это все дело. Сходим в туалет. У нас также еще белье там достиралось уже 100%, ну, естественно. Загрузим все это дело в сушилку для белья. Сандра нас кушает и смотрит телевизор. Прекрасно. Просто прекрасно. Стелла нас устраивает митинг, естественно. Что же еще делать? Да. Да-да-да. Все. Отлично. Давай отправляться домой. В принципе, у тебя все нормально. Ты что сюда села-то? Иди. Все. Завтра всем девчонкам нужно будет отправляться на работу. Это, конечно же, прекрасно, это замечательно, что так все идет. Так, ты еще долго? Да, пожалуйста, быстрее, потому что как бы пришел тут кое-кто. Поэтому пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Иди, пожалуйста, в туалет. Мы с тобой здесь занимаемся сушильной машиной. Сушильной машиной. Прикольное такое словосочетание. Давай мы с тобой возьмем что-нибудь, присядем и поговорим с Сандрой, вообще спросим, что у нее там, как дела на работе, потому что я вам уже говорила о том, что девчонки, вот они вдвоем общаются лучше. Да. То есть они прям вообще. Кстати, что там у тебя?
100 подписчиков, третий уровень комедии или пакостей. Не-не, это будет комедия, это будет комедия. Нужно купить микрофон. Нужно купить микрофон. 100%, как бы, ну, чтобы повышать навык все-таки. Мы давай поставим его, наверное, к тебе в комнату, потому что... Ну, а смысл, типа, ставить его к девчонкам, например, как бы, да? Вот, отлично. Суперски. Пообщайтесь пока что, как бы, поднимите себе общение и иди смотри текущий канал. А ты еще расселась. Я не знаю, что тебе можно вообще поделать. Иди, наверное, сразу же наперед порепетируй себе речь. Вот. Сандра, естественно, здесь отдыхает, но кушает, потом уберется. Я думаю, что скоро у нас там все это дело досушится. Хотя не знаю. Вот. И давай будем продолжать с тобой создавать все это твое дело, твое творчество. Кто звонит? Раздом? Нет, спасибо. Так, давай мы с тобой, значит, опубликуем, наверное, картинку какую-нибудь. А там, по-моему, только через комп или нет? Что-то я не помню. Обновить статус, дополнить историю, это не то. Окей, ладно, пусть пока что будет так. Все, пойдем мы с тобой будем сейчас через компьютер все дело делать. Вот, опубликовать картинку. Обновить статус и будем репетировать навык комедии. Рассказывать анекдоты. Отлично. Прекрасно. Просто шикарно. Публикую все это дело. Что за странная картинка? Нормальная картинка, чего вам не нравится? Что прям вообще? Отлично. У нас здесь совсем скоро это вот произведение искусства будет закончено. Оно мне очень сильно нравится. Че, все, нет? Нет, по-моему, еще не все. По-моему, еще не все. У девчонок с потребностями все более-менее нормально. Я думаю, то, что даже мы ничего готовить сегодня особо не будем. Просто сейчас покушаем, докушаем макароны и ляжем спать уже скоро. Ну, еще нужно телек посмотреть обязательно. А что-то не повышается навык? Ну, это глюки, как бы. Я не удивлена. Вот, в принципе, походу и готово наше произведение искусства. И давайте мы, наверное, все-таки сами пойдем в пятницу на курсы. То есть Сандра отпросится с работы, естественно. Ну, потому что у нее других вариантов нет. А, подожди. А, нет, в пятницу она все-таки отпросится. Вот. Отпросится и поработает. Молодчинка какая наша, но она снова закончила свой эскиз. Я думаю, то, что давай мы с тобой, наверное, вот здесь вот это дело удалим. Стирай все это дело и начни рисовать что-нибудь новенькое. Давай в теле культура. Мне кажется, это получится что-то прикольное. Развиваем, естественно, навык. Давайте вы, наверное, все-таки пообщайтесь. Как бы как-никак, но общаться вам нужно. Похвали наряд, подними настроение. Я понимаю, что мне, конечно, еще здесь не особо такие подружки, но все же. Все же. Давайте, общайтесь. Делиться фотографиями, в общем, просто у вас все это общение. Давайте. Узнайте друг друга лучше, завтра всем на работу, кстати. Там Ноа, по-моему. А нет, Ноа теперь уходит позже всех. Отлично. В общем-то, я думаю, что всем, в принципе, пора ложиться спать. Пойдем почистим зубки. Мы с тобой пойдем тоже почистим зубы. Так, а то кто здесь оставил? Кстати, нужно еще посушить одежду. Пойдем. И потом уже ляжем спать. Отлично. Так, и что здесь у тебя? Что-то прикольное, как мне кажется. В принципе, ты можешь лечь попозже, потому что тебе как бы позже всех на работу. Вот. Ну, получается у нас просто классно. Капец, мы уже 6 уровня навыка рисования. Просто офигенно. Давайте, наверное, наша Ноа подождет, пока... Пока у нас с вами машина стиральная, ой, не стиральная, это сушильная машинка, это сушит, так сказать. И после этого ляжет спать. То есть, как бы, почему бы и нет? Вот. Я думаю, то, что завтра повышение никто, наверное, не получит. Ну и ладно, в принципе. Что-то как-то очень долго она сушит. Ладно, пойдем, наверное, мы с тобой почистим зубки, сходим в туалет и будем уже ложиться спать. Потому что, как бы, пора. А, достирала. Досушила, да-да-да-да. Досушила, давай. Убирай белье и ложись спать. Прекрасно.
Прекрасно. В общем-то, мы с вами ждем, естественно, утречка. Кто у нас первый просыпается? Стелла, да? Да. Естественно, просыпается первый у нас Стеллыч. Пришел к нам Владислав. Что ты хочешь? Некого укусить, да? Угу. Ну, проваливай отсюда. Давай, уходи. Все, пока. В общем-то, доброе утро. Тут этот вампиреныш кружился достаточно долго, часов, наверное, до 3 ночи. Он не хотел уходить вообще. Вот. Ну что, мы с вами сейчас уже потихоньку будем просыпаться. Естественно, девчонкам нужно вставать. Девчонкам скоро всем на работу. Первый у нас, естественно, просыпается Стелла. Потом у нас просыпается Сандра. Ей на работу в 9. Но она проснется, наверное, где-то в половину 7-го, я думаю. И даже в 7 она проснется. Нет, давай поспи еще, пожалуйста. Просто спи. Пока что все равно у нас там Стелла купается. Типа, смысл тебе так рано просыпаться. Вот. Давай, до 7 спим. Стелла как раз-таки у нас уйдет из ванны. Это будет прекрасно просто. Прям замечательно. Отлично. Потом у нас будет уже просыпаться Ноа. Все, мы с тобой просыпаемся. Что у нас там? Да, конечно, мы идем на работу. Нужно еще будет покушать. Быстро перекусить. Мы с тобой покушаем бутербродиком и молочком, я думаю. Молочком. Просто девчонки не хотят на самом деле утром готовить, им как-то лень. Ну, а макароны? Кто вообще макароны ест на завтрак? Не знаю, есть такие люди, нет? Это просто очень странно, если честно. Да, отлично, то, что слушаешь музыку. Я надеюсь, ты не разбудишь никого. А точнее, но... Но, походу, решила встать сама. Надеюсь на это, надеюсь. Просто надеюсь. Слушай, а тебе не пора уже как бы вылазить там, нет? Спасибо. Ну и, конечно, но наша просыпается, тоже идет собираться потихоньку на работу. Вот, так быстро перекусить, и она у нас покушает овсянку и молочко. Прекрасно. Прекрасно просто. Так, молочко. Молоко, отлично. В общем-то, да, такие вот дела. Она у нас работает с 10, да? Отлично. Ну, в общем-то, что я могу сказать? Девчонки, в принципе, все прекрасно успевают. Кто нам звонит? Говорят, вы и Сандра Морган теперь друзья, она мне нравится. Ну, не сказала бы я, что они уже как бы прям уж друзья, подруги, но посмотрим, в общем-то. Так, все. Мы с тобой, естественно, тоже идем на работу. Так, все. Давай. Алло. Сандра, ты что? Что-то как-то ты задержалась немного, тебе не кажется? Я уберу твое молоко, конечно же. Никто его не съест. Да, не съест молоко. Карина, молодец. Но давай, пожалуйста, быстрее, потому что как бы... Ну, как бы, да. Тебе скоро на работу, ты даже еще не поела. Не надо музыку включать, пожалуйста. Не надо. Оставь эту музыку в покое. Все. Твое молоко я тоже убираю сюда. Отправляйся, пожалуйста, на работу. И давайте. Кто у нас придет сегодня первым? Первым... Что? Какой коктейль Парма на работе? В 3, в 3, в 5. О, отлично. Зашифрованная критика. Идет очередной тягомотный день на работе, как вдруг Ноа получает задание от начальства. Ей необходимо написать отзыв о новом кафе на углу. Но не пишет профессиональные отзывы, с удивлением принимая задание, когда видит в углу примечания только положительные отзывы. Видимо, это совсем не отзыв, а скрытая реклама, проспонсированная самим кафе. Но думаю, что может зашифровать послание, и умный читатель узнает всю правду о кафе и взятке. Но может, ей стоит заняться своей работой и выполнить задание начальника? Зашифровать сообщение, но обратить ответственного, потерять работу. В смысле? Написать все как есть. Ну, вообще нормальные, что за задания такие? Какие-то странные очень. Боже, не надо так делать, пожалуйста, больше. В общем-то, да, наши девчонки приходят, естественно, все с работы. Кто-то хочет в туалет, кто-то хочет что-то посмотреть. Иди тогда пока что сходи все в туалет. Вот это там дождик. Ну да. Дождяра там поливает, конечно же, конкретный. Я думаю, то, что сегодня вы наконец-то что-нибудь допокушаете у нас, потому что вы достаточно давно у нас не ели, вроде бы. Вот. Подожди тогда, пока Сандра там у нас приготовит еду. Иди пока что за это время посмотри хотя бы телек. Вот, у вас, в принципе, еще есть время, пока Ноа придет. Вот, так что как раз приготовите еду, придет Ноа. И вы все вместе, в принципе, будете кушать, что я могу сказать. Все, еда уже готова. Иди бери порцию и продолжай смотреть телевизор. Давай. Иди, пожалуйста, бери. Смотри текущий канал. Но у нас уже совсем скоро вернется с работы. Отличненько.
Отличненько, она возвращается. Она пока что зарабатывает, кстати, больше всех девчонок. Ну, как бы, блин. Ну, мы же в этом не виноваты, верно? Мы в этом не виноваты. И пойдем тоже все посмотрим телевизор. Я думаю, то, что она там сядет на подушечке. Не зря же я туда их вообще ставила. Да-да-да. Все, в принципе, девчонки все у нас счастливы. Все у них нормально. Все хорошо себя чувствуют. Давайте мы ответим на письмо. Обновить статус. Ой-ой-ой, что-то здесь прям вообще кошмар просто. Нас заливает всех. И будем рассказывать анекдоты. Как бы нужно поднять себе все это дело. Да, она села на подушечке. Как же это прекрасно выглядит. Я просто обожаю это. Смотрите, Эрик, ты, в принципе... Нет, общаться вы не будете. Я уже про это 100 000 раз говорила. Давай. Убирайся. Что ты делаешь? Что с тобой не так? Ой. О, так делать неприлично, так делать нельзя. Давайте мы с вами тогда продолжим создавать это художественное все дело. Мы с тобой пойдем быстренько сейчас проверим карманы, позанимаемся стиркой. Так, это я хочу убрать. Проверяем карманы, это что? А, не показалось. Занимаемся стиркой. Давай, стирать одежду. И идея, не знаю, порепетирую речь, потому что как бы нужно все-таки тебе это делаем. Ну что, мы, в принципе, с вами будем на таком прекрасном моменте заканчивать данную серию. У девчонок наших все хорошо. Развиваемся потихонечку, получаем потихонечку повышение. Спасибо всем огромнейшее за просмотр данной серии. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, подписываться на мой канал. Ну а с вами была Карина. Всем удачи, до новых встреч. Всем пока.